Приветствую вас, мои дорогие. Сегодня мы поговорим с вами, как избавиться от внутреннего напряжения. Оно так мешает, так сковывает наше тело. Именно напряжение разрушает нашу психику. Именно напряжение мешает приходу денег, радости, настоящей жизни в наш мир. И сегодня мы начнем с вами шаг за шагом избавляться от напряжения. Напряжение, оно идет слоями. И сейчас сначала мы будем учиться расслабляться так, чтобы просто почувствовать свое тело, почувствовать себя. Закройте глаза. Примите самое удобное, комфортное положение. Так, чтобы вам было очень-очень хорошо и удобно. Почувствуйте вокруг тишину. А может, где-то в отдалении голоса, звуки, шум ветра, птички или люди. Все это просто шум. Слушайте мой голос, следуйте за мной. Уйдите внутрь себя. Почувствуйте каждый свой пальчик на ноге. Почувствуйте свои ноги, живот, спину, руки, лицо, голову. Почувствуйте, что вы есть. Вы просто есть. И сейчас смотрите, как волны тепла начинают идти по вашему телу. От кончиков пальцев ног до макушки и обратно. Расслабляя все ваше тело, каждую клеточку. Каждая клеточка вашего тела расслабляется. Сейчас идет полное расслабление на клеточном уровне. Зайдите в свое тело внутренним взором. Посмотрите, как это напряжение сидит в вас темными сгустками, изменяя структуру ваших клеток, сжимая, разжимая, увеличивая или уменьшая, где-то деформируя каждую клетку. И сейчас мы призываем огромное количество безусловной любви, энергии Создателя. Мы видим, как приходит огромный луч света. Вы в этом луче. Он проникает в каждую клеточку и начинает растворять напряжение. Убирать все блоки, которые есть. Вся эта темнота, все сгустки в вашем теле. Начинают растворяться. Вы чувствуете, как все меньше и меньше напряжение в вашем теле. Вы видите, как растворяется темная дымка. Растворяется и покидает ваше тело. Вы чувствуете легкость. С каждой секундой напряжение уходит из вас.
Возможно, это займет чуть больше времени или чуть меньше. Каждый человек — это целая вселенная. И у каждого из вас идут свои процессы. Но эти процессы волшебные. Вы сами можете призывать эту энергию. Почувствуйте эту энергию. Почувствуйте, как напряжение уходит из каждой клеточки тела. А теперь мы призываем розовато-белую энергию Создателя, чтобы она исцелила каждую нашу клетку, каждый наш атом. И вы видите, как одеялком укутывает вас, проникает в вас эта энергия. Она начинает исцелять вас и наполнять безусловной любовью, спокойствием, релаксом. Так хорошо, так спокойно. Каждая клетка — это тоже целая вселенная. И в ней тоже происходят свои процессы. И от этого напряжения, которое было, оно было в стрессе. А теперь этот стресс начинает уходить. Клетка начинает наполняться, сиять и работать в полную силу, так, как экологично и безопасно для каждого из вас. Почувствуйте, что ваши клеточки начинают обновляться. Смотрите своим внутренним взором, как они начинают сиять и светиться. Каждая клеточка моего тела начинает светиться. Жизненной энергией, радостью, счастьем, позитивом. Тело стало как будто бы мягче, гибче. Почувствуйте эту любовь, эту заботу Создателя. Вы творцы своей жизни. Теперь вы можете насладиться немного этой безусловной любовью, радостью и счастьем. Побудьте в этом состоянии 2-3 минутки. Просто слушая эту музыку и чувствуя свое тело. Thank you.
Расслабились, мои дорогие. Это очень хорошо. Мы убрали с вами напряжение из тела. И когда вы будете чувствовать, что напряжение опять пришло, слушайте эту медитацию. Она будет вам очень быстро помогать избавиться от этого напряжения. Но это только первый шаг. Мы помогли телу избавиться от напряжения. А дальше наша задача научиться жить без этого напряжения. Жить так, чтобы нам было хорошо и светло. И именно когда мы прокачиваем свою женственность, мы учимся жить без напряжения. Потому что настоящая женственность – это здоровый пофигизм и умение прощать даже то, чего еще не было. Умение жить в спокойствии и радости без напряжения. Начните прокачивать свою женственность. Начните прокачивать, чтобы стать проводником огромной энергии в этот мир. Для того, чтобы творить свой мир, прекрасный мир. Самый лучший мир. Мир, в котором вы будете счастливы. И я зову вас туда. Я очень хочу, чтобы все мы жили в радости и счастье. С любовью, ваша Алтынай.